Пастор Сандей, пастор Наташа общаются с Виктором Васильевичем, который отвечает и полностью ведет процесс строительства. Пастор Сандей и пастор Наташа are talking with Виктор Васильевич, who is responsible for the whole building process. It's unbelievable. Just in a few days you will not recognize this place. It will look completely different, and we will have fantastic great celebration of 19th anniversary of the Embassy of God Church here in Kyiv. Невероятно! Всего лишь через несколько дней вы уже не узнаете это место. Мы будем здесь праздновать торжественно 19-ю годовщину посольства благословенного Царства Божьего для всех народов. Когда все закончится, будет еще что-то.